Так, ребята, привет. Ребята, привет. Мы сейчас с вами будем красить вот эту стену. Я ее уже отвела маленьким валиком, немножко оставила вам показать, как все это происходит. Вот смотрите, краска колерованная была. Вот она с номером. То есть я ее не колерую никакой палкой. Вот. Заказчики колеруют краску, я ее только размешиваю палкой, или вот у меня есть уголки, которые пластиковые. Теперь наливаю себе в небольшой лоточек эту краску, размешанную палкой, надеваю валик 10 сантиметров с невысоким ворсом на удлинитель и прокатываю низ, углы и верх. Потому что большой валик, из-за того, что он широкий, он не доходит до верха или до низа. Поэтому все углы примыкания надо пройти отдельно. Я беру валик, который пониже. У меня есть и повыше шубка. Вот у этого вот такая шубка. Вот есть повыше. Он больше берет и лучше отдает. Но поскольку потолок тут сохраняется, я вот этим очень сильно кухня потолок замазывала. Этот не так. Вот, поэтому я сейчас работала низким ворсом. Ребята, сейчас мы с вами пройдемся, как надо красить стену большим валиком. Потому что сюда я не принесла свою красочную станцию. Вот. Значит, будем красить валиком. Смотрите. Беру эту краску. Немножко так еще повращаю. Она была заколерована, наверное, в каком-нибудь Леруа. Вот. Номер написан. Вот. Цвет такой зеленовато-сероватый. Я опять одела пакеты на свою кювету Rolling Dog, которые в наборе 2500. Вот эта пластиковая, она, наверное, ну, до 60 с ручкой. Ну, как бы мне под 45-й валик. Сам валик, который не раздвигается, 45-й. Так, ребята, берем вот этот валик, который 45. Он, не он как бы фиксируется на одну, на 45. Вот сегодня уже то ли закис этот винт, я его уже подкручивала отверткой. До конца он не был. И вот американская у меня эта палка Вустер, ребята. Вот она. У нее есть два наконечника, один из них вот этот с резьбой подходит сюда. Очень отлично, ребята. Вот так крутится вообще как по маслу. Сам держатель, смотрите, он под наклоном, ребята. Очень эргономичный угол хороший. Пойдем красить с вами стену. Я налила немножко краски, можно было бы даже и побольше, честно говоря. Давайте, честно, наведу красочки. Вот так. Ставлю на картонку. Вы меня поймали. Выкатываю, чтобы полностью шубка у меня прокаталась. Она со вчерашнего дня влажненькая, поэтому я ее с утра не мыла в воде. Прокатала. И теперь иду на угол. Сперва катаю вверх, потом под ним. Потому что, видите, вон капли. Вниз. Угол у меня прокатан маленьким валиком. Немножко до угла не дохожу, ну получается тут вот сантиметра 4. Так. Thank you.
выкатываю валик. Раз, два, три. Об доску. Катаю вверх, вниз. Вверх, вниз. W. До потолка не дохожу. Потолок я отдельно откатала уже. Не надо раскатать красочку. Вот так. Отлично. Так, перемещаемся, ребятки. Раз, два, три. Прокатала. Иду подальше. Возвращаюсь. Нижней рукой веду вниз, а верхней вверх. Конечно, большой валик, он, ребят, преимущество-то имеет. Скорость увеличивается и раскатывает лучше. Отлично, так. Так, ну что, идем, ребятки, с вами. Вы меня поймали. Я сейчас вас снимаю на камеру, уже никаким не скотчем фиксирую. Видите, как хорошо. Вот тут щит, я вокруг щита уже и углы, и низ, и угол прошлась 10-сантиметровым валиком. Выкатываю. Раз, два, три. Отлично. Выкатывает он хорошо, вот этот желтенькими полосами. Наверное, 14 высота ворса. Типа герпайн-то. Так, вниз. Класс! Раз, два, три. Так, скотчем я отвела, так что все нормально тут.
Красочки со излишком, поэтому я ее раскатываю. Так. Класс. Ну что? Все хорошо, надо мне в двух местах сейчас подтереть имплинтуса. Ну что, ребята, все хорошо. Вот я на ваших глазах все сделала. Ну что, отлично. Сейчас буду над дверью, над входной, и вот эту стену напротив. Тут уже есть двери. А там уже я все сделала. Вот. То есть мне осталось... Вот эту стену, которую сейчас я делала, над дверью и напротив ее. А уже в тупике и туда я уже все сделала. Так что все отлично. Сейчас я подотру плинтуса, потому что я их замазала краской. Вот, и вверх в двух местах. И буду продолжать, и включу вас еще раз. А вы пишите комментарии, ставьте лайки. Лампочка моя светится. Всем удачного дня. Пока.